Всем привет! Я вас приветствую на первом мастер-классе от Paper Geek. Сегодня мы с вами будем делать новогодние декорации. И для этого нам понадобится несколько листов А1, бахрома. Можно купить просто кисточки и вот такие декоративные шарики, если у вас есть. Но я купила полностью с бахромой. Вот такой вот жгутик, два баллончика с краской вам понадобится. У меня это зеленое и синее, но вы можете выбрать любую, которая нравится вам. И также нам понадобится золотая краска. Ну и клей-пистолет и нож. Теперь нам понадобится один шаблон, чтобы сделать дальнейшую фигуру. Просто мы по этому шаблону сделаем заготовки и склеим их. Шаблон может быть любым. Я нарисую вам разные примеры. Сейчас я ее вырежу, согну и обведу по вырезанной части. И это у нас будет шаблон. Таких нам понадобится как минимум 8, а так можно и больше. В принципе, можно и меньше. Вот у нас получились 8 вот таких вот частей. Вот теперь нам нужно будет их покрасить. Я хочу сделать 4 одного цвета, 4 другого цвета. И по краю мы пройдемся золотой краской. Итак, мы все покрасили, и у нас получилось 4 зеленые детали, 4 синих. Мы должны также были надрезать детали, или можно без надреза, но сложить их пополам нужно. И склеивать будем вот таким образом. Половинка синяя, половинка зеленой. Можно склеивать горячим клеем, а можно любым другим, которым вам будет удобно или который у вас есть. Теперь мы берем жгутик или канатик, кто что взял. Оставляем немножко места, чтобы потом приклеить нашу кисточку. И приклеиваем по всему периметру наш жгутик. Оставляя также в конце место, чтобы за что привязывать нашу игру. И вот что у нас получилось. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, этот мастер-класс будет вам полезен.